Глеб, интервью. Как ты проехал блокпост? Мы его уже проехали, да. Да, кто там на блокпосту? Сёма там не будет. А? Прикинь, тебя даже аишники не останавливают. Тебе мешает? Глеб нас везет в Днепропетровск, мы там будем просто гулять. И у нас будет хорошее настроение. Да, мама? А мы с мамой идем.